Всем огромный привет, мои дорогие! Все, кто любит продукцию Avon, оставайтесь со мной, будет интересно. Видео назрело неожиданно. Знаете, у нас сегодня проходило собрание офлайн в территории. Именно нашей, да, небольшой, но дружной команды, в которой мы могли собраться. Команда-то у нас большая, но очень многие девочки живут далеко. Такие, допустим, как Наташа Фартовская, звездочка моя, да, Чеченская Республика. Вот. И поэтому, вот, вернее, как, вы знаете, почему я люблю свою работу? И вы знаете, вот видео созрело показать вам, как классно у нас на собрании. Я в Инстаграм даже включала небольшой прямой эфир, да. Мы смеемся там, мы дурачимся, мы получаем ценную полезную информацию. И посмотрите вот сейчас просто, сколько подарков получила я и моя команда, в общем, тем девочкам, которым я буду отсылать уже по ссылке от менеджера, да, нашего. А вот давайте, допустим, начнем. Как я уже говорила, Наташенька моя Фартовская, у нее здесь очень много этих дипломчиков. Еще Люды Баркановой тоже не было. Вот, остальное там все Наташины дипломы. Вот, Наташечка, обязательно тебе все в ближайшее время вышлю. Вот, а мы давайте продолжим смотреть. Здесь коробка, где менеджер привезла нам разнообразные пробные образцы, шарики для акций. Это которые вот такие пипки одеваются на палочку и, в общем, вперед. Дальше. Там вот пробные образцы, они без рифлетов. Не очень я, конечно, их люблю. Надо все стараться как-то смотреть, да, читать, какой пробный образец. Ну да ладно. Как говорится, в работе пригодится все. И дальше тоже вот разные для акций штуковины. Тут новинки. Не знаю, раньше таких вот не было листовок у нас. Знаете, даже вот все об этом аромате написано. И мне понравился вот способ нанесения, распылить аромат в воздухе и войти в благоухающее облачко. Вот так вот нужно приму использовать было. Кстати, примы у нас уже нет, насколько я помню. А, давайте почитаем, как использовать лак нужно. Так, на волосы, способ нанесения на волосы. Далее это у нас что? Классика жанра. Черное платье. Черное платье на запястье. Вот, понимаете? Каждый аромат наносится по-своему. Так, там у нас лак. Здесь у нас что? Это не парфюмерия. В общем, такие рифлеты. Все очень, конечно, пригодится для работы, особенно в центре. Дальше вот такие мне очень понравились тоже рифлетики с Тимуром Родригесом. Как раз они у нас пойдут, знаете, куда сейчас устраиваем акцию лотерею в центре. И вот будем здесь присваивать номерочки для розыгрыша. Прям вот класс-класс, вовремя самое то. Вы поняли, дорогие мои, это видео будет а-ля ручки в целом. Помните, как когда-то я снимала, себя ведь не снимала, а были видео только а-ля ручки. А дальше давайте смотреть. Вот такие бизнес-аксессуары, можно сказать, было. Ух, мы с девчонками наприкалывались с этими пилотками. Ну, не знаю, я говорю, одену и буду вот так вот в офисе встречать всех своих клиентов, представителей. Ну, навряд ли, не знаю даже. Далее вот такой вот значок интересный. И из этой же серии еще была вот такая сумочка на пояс. Она двойная. Ну, в принципе, знаете, это кто вот ходит на акции. Выходит кто на акции, я, наверное, это дарю. Вот, потому что сама я работаю только онлайн и офлайн в офис. На акции я не выхожу. А вот такая гора Nutra Effects чищающий, матирующий тоник и любимейшее просто мое масло гидрофильное для снятия макияжа. Ну, что тут скажешь, с девочками поделюсь со своими координаторами. Так, далее, это вот мои подарочки тут разные. Здесь даже, господи, где там был штампик-то, я видела. Это Оленька мне передала.
Ну, такая штампушка, и где-то штампик уже затерялся, пока для Инстаграм снимала, теперь вот для Ютуб. Эйвен, ладно. А здесь часики, маски, ну, вы видите, в общем-то, все классно, да? Вот такие вот приятные бонусы ко всем поздравлюшечкам. Новинка, парфюмерия мужская, Эйвен Реал. А вот такой давайте-ка покажу, как он называется. Браслет. Ну да, браслет. Очень красивый, кстати, мне понравился. А в каталоге смотрится вот ну не так классно, как есть на самом деле. Очень здорово, правда? Кто заказывал или планирует заказывать, я советую. Слушайте, очень красиво, здорово. Так, далее. Далее, ну, это тоже чаек бонусом менеджер сказал: Оля, ты любишь баню? Вот, держи, лови. Это новинка наших каталогов. Как она? Зара, по-моему, называется. Такое вот полотенце. Давайте вместе разглядывать. Вы знаете, эйвенские полотенца, ребят, классные. А, несмотря на то, что, да, они стоят как бы недешево, но они замечательные. Я вот покупала, и после очень многих стирок они прямо мягкие-мягкие. Алексей у меня ходит в бассейн, и я даю ему именно наши эйвенские полотенчики, потому что они, блин, вообще суперенные. Вот. Здесь вот этот кармашек, он прям синтетика-синтетика. Галимая синтетика. А само полотенчика очень даже клёвенько. Так, что же у нас тут дальше? Дальше на резиночках. Здесь не должно быть на липучке. Ну да. Ой, никак. Одной рукой очень сложно. Какая интересная липучка. Надо отлепить, вам показать. Ой, потерпите, ребятушки. Девочки, в итоге пришлось отключиться и включиться заново. А такая вот интересная липучка. Не знаю, насколько она... Так вот вообще не липнет, представляете? Какая-то новая, интересная. Ну и вот такие штуковины. На плечики, чтобы, не дай бог чего, да, не свалилось. Резиночки такие... Ну, хорошо, тянущийся, в принципе. Вот это вот прям для меня вообще спасибо-спасибо Оле. Самый классный подарок. Ну, и чай. Какая же баня без чая, да? Фруктовый тесс. Будем пить, попивать. Вот. Эти подарки я вам показывала. Далее огромное количество пробных образцов. Вот. Я сейчас их разложила по кучкам, чтобы, опять же, просто-напросто поделить между своими координаторами, рабочими координаторами, те, кто у меня работают постоянно. Вот, что-то Наташе пошлю. И тоже, да, ну и себе, конечно, да, тоже для работы нужно обязательно, поскольку пробные образцы я, например, ложу и клиентам постоянным своим, которые заказывают. Пробными образцами, естественно, мы пользуемся в центре Эйвен. Для привлечения клиентов, для увеличения продаж. Это все нужно. А дальше здесь вот эта Танечка, я вытащила тебе, ну уж извини, что вытащила. Это, наверное, пудра-шарик, я так думаю. Вот комплексное средство для лица. Тебе завтра уже все это передам. Шоколадка от Оленьки. Ну, обязательно еще пробные образцы добавлю. И маслица там. В общем, получишь подарочки свои. Дальше Наташенькины подарочки. Это сумка, во-первых, Наташ, тебе поедет. К сожалению, я не могу сейчас сказать, как она называется, потому что без каталога. Ну, такая вот, как она, через плечо носится, наверное. Да. Вот. Текстура достаточно приятная. Вот так, на змеечке. Ну, не как клеенка. Не как клеенка. Я-то сначала думала, как клееночка, так а ничего. Ну, простая, простецкая такая вот сумка. Так, далее. Вот это, Наташа, тоже тебе пошлю. Эйвен Life Color.
И там два инюшных клиника. Так, это в центр Эйвон поедет. Вот такая коробочка. Наташ, конечно же, тебе еще будут и пробные образцы. От себя что-то я положу однозначно. И вот этих штуковин тоже, да. А дальше подарки Люды поедут. Это вот там шампусь Боско. Прям в новогодней такой упаковке. У нас еще Новый год продолжается, понимаете, да? А потом, смотри, значит, Планета Спа какой-то набор. Вот это я вообще понимаю, так не Эйвон. Вроде бы у нас такого не было. Если я ошибаюсь, исправьте меня. Это, наверное, Оля тебе прям отдельно положила. Тут написано Мельхиор. А также Люда парфюмчик такой. Что там еще? Помада какая-то. Какая-то бижутерия даже еще не открывала. Здесь отдельно прям в пакетике сыворотка. Пена для ванны. Вот так вот, ребята, девчата, замечательно проходят у нас собрания. И, конечно же, это не только подарки. Во-первых, это признание. На наших собраниях никогда никого не ругают. Если что-то не получается, что-то не выходит, что на наших собраниях делают? Учат, помогают, подсказывают. Это круто, ребята. И знаете, я Эйвоном занимаюсь давно, очень уже давно. Была представителем, потом стала координатором. Ну, долгое время, скажем так, была достаточно нерадивым координатором. Получала там своих 4000 в 3 недели, и ладно. Поскольку у меня была работа. И вы знаете, когда настало время онлайн, это вот просто меня тоже в лирику ударило, захотелось поговорить, да? Когда настало время онлайн, мне стало это более интересно, у меня стала расти группа. И, друзья мои, пришло то время, я уволилась из своей работы, медиком я работала, вот, буквально 2 месяца назад. Может быть, я даже сниму об этом видео, еще пока не назрело, не знаю. Вот, и теперь у меня моя любимая работа – это компания Эйвон. Я очень рада, я очень счастлива, что когда-то звезды сошлись на небе, и я попала в эту компанию, потому что это интересно. Вот вы знаете, когда предлагают какую-то работу, ой, пишут там, много же спама идет, да, в личку, не косметика, ну, предлагают заработок, не косметика пишут. Девчонки, вы серьезно? Ну, не косметика. Вам не интересна косметика? Вот так и хочется ответить. Ну, может быть, биткоины, блин, вам интересны или что-то подобное? Не знаю, мы все девочки. Это интересно, это круто, это здорово. И я желаю, ребят, каждому найти работу, которую вы будете любить. Найти себя, найти, вот знаете, правда говорят, свое призвание, что ли. Потому что это очень круто заниматься своим любимым делом. Очень круто, когда ты встаешь утром и говоришь «фу», не говоришь мне «фу, опять на работу». А круто, ты идешь на работу, ты улыбаешься. Я обожаю свою работу. Все, на этом пока-пока, иначе я могу говорить очень-очень долго. А все, кому зарегистрироваться, данные под этим видео и ссылка на регистрационный сайт, и на мой инстаграм, и группу ВК. Пока-пока, мои хорошие, пишите, любите ли вы свою работу. Давайте подискутируем на эту тему. А мне очень интересно. Я как-то проводила опрос в Инстаграм. Большинство, где-то 60-40%, не любят свою работу, к сожалению. Вот. Но 40% свою работу любят, и это круто, это здорово. Все, теперь точно пока-пока. Пишите комментарии, будем общаться.